В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялся показ документального фильма «Последний бой Ильшата Гайраханова». Он повествует о судьбе простого советского солдата, уроженца Мамадышского района Республики Татарстан, без вести пропавшего при выполнении боевого задания в Афганистане. В основу ленты легли воспоминания родственников и однополчан Ильшата. И наша задача была хотя бы отчасти показать, что действительно там было. Эмоции тех людей, что это все далеко, как бы не ковбойские стрелялки, это действительно серьезная война. Зрители отметили, что фильм оказался для них эмоционально тяжелым. Для кого-то картина стала даже поучительной. Создатели показали места, в которых непосредственно происходили боевые действия, а также познакомили зрителя с историями солдат, участников афганской войны. Тяжело было, пока я смотрел. Особенно на моменте с историями именно людей, которые там участвовали, которые рассказывали то, как это было, в подробности очень тяжело. Знаете, такой пробуждающий есть вайб некоторый. Вот ты смотришь и понимаешь, что ты должен быть к этому причастен. Что все, что происходит, на самом деле, в мире происходило до этого, оно мимо тебя не проходит. Если тебя там тогда не было, оно все равно тебя касается даже в настоящем времени. И ты должен к этому относиться с большим уважением и пытаться сделать какой-то вклад, если от тебя что-то зависит. «Боишься, а все равно идешь». Эти слова героев фильма являются принципом, который характеризует их отвагу и самоотверженность. Их честные имена до сих пор не забывают наши соотечественники. Стоит отметить, что фильм «Последний бой Ильшата Гайраханова» был создан на пожертвование сотен неравнодушных людей. Альбина Галлямова, Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.